Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем делать вот такой вот легкий, простой, повседневный макияж с помощью очень интересных продуктов. Быстрый, простой, красивый. Итак, поехали. Итак, начнем. Лицо очищено, подготовлено к макияжу. Мы будем сейчас с вами тестировать крем от Ювиньон. Вот так он выглядит. Это покупочки Wildberries. У нас с вами сегодня помада Ювиньон и крем Ювиньон. Он у нас с коллоидным золотом и двумя гиалуроновыми кислотами. Еще две покупочки Wildberries. Это у нас с вами помада. Это бренд Ювиньон. Мне безумно понравилась предыдущая помада, которая у меня до сих пор в использовании. Классный оттенок. И здесь у нас уже матовый вариант. И крем. Крем вот такой вот интересный, вот так все запечатано приходит, смотрите, такой треугольничек. Это крем питательный с коллоидным золотом и двумя гиалуроновыми кислотами, 30 мл. Будем все с вами вместе тестировать и все вам, конечно, просвочу. Крем буду тестировать вместе с вами, он у меня еще запечатанный, а помаду я уже много раз тестировала. Мне очень понравилось, и многие из вас спрашивали в комментариях, что у меня за помада на губах. Поэтому сейчас все подробно расскажу, покажу. Так, у крема очень интересные есть такие особенности. Он создан при участии экспертов Российской академии наук, запатентовавших эффективность коллоидного золота как проводника для всех остальных компонентов. То есть, я слышала, даже читала в комментариях на Wildberries, крем подходит и беременным. Коллоидное золото, оно позволяет компонентам проникать в глубокие слои кожи, да, но в кровь именно всасывается вообще ничтожное количество. Так, крем 2 в 1 прекрасно увлажняет за счет низкой высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, питает за счет ценных масел ши, сладкий миндаль, виноградные косточки. Вообще, миндальное и виноградное масло потрясающее. У меня в чистом виде были, очень хорошо, как антивозрастной эффект работают. Так, у нас с вами здесь флакон с воздушной помпой. Смотрите, коробка какая интересная, треугольная. Открываем. Вот так она открывается. И здесь у нас как раз вся информация. Очень много информации, все можно почитать, все очень сделано интересно. И вот так выглядит сам флакончик. Да, он с помпой, благодаря этому как бы мы пальцем в крем не лезем, да, и у нас туда бактерии не проникают. А здесь 30 мл, хватает на 2-4 месяца, смотря как интенсивно будете пользоваться. Воздушная помпа надежно защищает от контакта с воздухом, да, не позволяет бактериям размножаться. В отличие от баночек с крышками. Это очень интересно. И у крема еще такой приятный цвет. Он слегка такой нежно-розовато-серый, что ли, такой вот пыльный роза, что ли, бледный цвет. Давайте тестировать. Я сейчас на руке сначала попробую. Вот такая помпа. Вот так он выглядит. Ой, имеет очень приятный аромат. Дорого-богато, знаете. А крем, ну, такой, я бы сказала, больше к бюджетной относится, ценовой категории. Ссылочки все оставлю, посмотрите. Вкусно пахнет цветочками какими-то. Я выдавливаю на руку, наношу на лицо. По текстуре он такой плотненький. Достаточно плотный и очень быстро его кожа прям вот съедает. У меня сейчас лицо очищенное. Ни сыворотку, ни тоник специально не применяла, потому что хочу потестировать крем как самостоятельный продукт. Моментально увлажняет и питает. Питает однозначно. На декольте. Прям питает. И одушка очень приятная. Я почему-то еще чувствую здесь, помимо цветочков, какой-то имбирный пряник. Но она приятная. Она приятная. И пока она ощущается. Так. Прям вот питает. Прям у меня после умывания, очищения, оно сейчас было суховатое лицо. А сейчас прям вот питает. Кожа мягенькая-мягенькая. Очень мягкая. Это не просто какое-то легкое увлажнение, да? Это действительно питание. Ощущается прям сразу. По вот текстуре и по питанию, знаете, на что похож Варио питательный крем? То есть он не утяжеляет, жирного блеска не оставляет, но когда вы его наносите, он прям очень круто питает, это ощущается. Пока очень нравится, прям вот очень нравится. Вот прям очень достойно. Кому подойдет? Подойдет всем. Единственный момент, что вот на лето, допустим, жирной кожи может быть многовато. Жирный, прям вот жирной кожи. А так классно, ну, на ночь можно, потому что прям питает очень здорово. Жирную кожу тоже обязательно нужно питать, без этого никак. Так, что делаем дальше? На Ютубе был запрос макияж с жидкими тенями. С какими жидкими? Не указали. Поэтому я взяла и люкс-визаж, свои любимые, которые в последнее время у меня на глазах, и взяла два оттеночка Фаберлик.
Потому что какой имели в виду, девочки, дата указывает. Сейчас беру кушон, ICU чуть-чуть слегка наношу, иногда не наношу в последнее время, потому что автозагар, все нормально, кожа ровненькая. Знаете чем? Мне очень понравилось наносить вот этой штукой от кушона Зазу. По-моему, да, Зазу вот этот черненький. Я кушон сам выкинула, потому что все равно, конечно, не сравнится ICU. А вот эту штуку оставила. Это губочка, здесь такой поролончик, и им так удобно набирать этой губочкой кушон. И набирается совсем чуть-чуть, вот знаете, немножко вот выровнять места, где есть покраснение. Вот у меня бывает на крыльях носа и под глазками вот так немножко выровнять, освежить. Очень понравилось. Поэтому, а этот кушон вообще стоит 90 рублей, девчонки, ну что-то там смешно прям. Поэтому за 90 рублей можно взять на Валберес ради вот этой вот щеточки. Кушон Зазу. Губочки. Потому что она прям классная. Немножко веки припудрим. И подбородок, и все. Просили легкий повседневный макияж, вот его мы сейчас с вами и будем делать, даже без контуринга. Девчонки, поняла, что контуринг не всегда хочется делать. И не всегда он идет. Ну, не то, что идет, а вот я как-то последнее время смотрю на свое лицо, и без контуринга она выглядит свежее и моложе. Когда делаешь контуринг, почему-то сразу плюс 5 лет. Не знаю, вот мне так последнее время кажется. Так, нанесли немножко кушона, и дальше вот жидкие матовые тени. Как бы самый простой макияж будет очень быстрый, 5-минутный. А, давайте начнем с люкс визаж. Жидкие матовые тени в районе 200 рублей на маркетплейсах. А, это оттенок... Ой, девчонки, не скажу. Стерлось все. Сейчас попробую этикетку отодрать. Может быть, под ней еще остался номер оттенка. По-моему, это оттенок 04, если я не ошибаюсь. Стерся оттенок. Ну, в общем, они такие персиковые, красивые. И где он тут был указан, непонятно. И на этикетке внутри отклеила. Оттенка тоже нет. У меня они в двух оттенках, 7 и 4. Вот какой-то из них совсем серый, но если будете искать, смотреть, это не они. А какой-то из них вот такой вот немножко, ну, персиковый. Камера вам серит, он немножко понасыщенней. То есть это либо 0,4, либо 0,7. Когда увидите на маркетплейсах, поймете. Но я постараюсь найти ссылку и оставить под видео, если не забуду. Они открываются, как закрыл плотно. Я как их наношу, так же, как и Фаберлик, в принципе. Здесь такая достаточно удобная кисточка. Наношу на века абы как. Они, знаете, такие не яркие, не броские, но в то же время очень красивый оттенок. Прям вот мазюкаю, мазюкаю. Они очень быстро засыхают, как и Фаберлик, поэтому сразу тушую. Вот прям сразу. То есть границу растушевываю, потому что они сейчас вот минута и схватятся, все. Кстати, они у меня заканчиваются. Я ими прям активно пользуюсь. Чтобы у меня тени закончились, это вообще из ряда вон, девчонки. Поэтому я, кстати, и на губы. Очень классная нюдовая помада получается. Очень стойкая, мега стойкая. Быстро тушуем границу. Вот такой вот красивый оттеночек. Классный. И ими же подвожу нижнее веко. Потому что, девчонки, мега стойкие. Дождь, снег, град в лицо, все что угодно. Они не скатаются, не западут в складку, не размажутся. Как вы нанесли макияж, так неделю можете и ходить. Вот серьезно. Нижнее веко немножко подтушевываю тоже. Вот, нижнее веко подвели. То же самое со вторым глазом. Все, готово. Вот такой вот нежный, красивый оттенок. И они будут сидеть там просто до конца дня тени. Никуда не денутся. Так, дальше по теням Фаберлик. Я их наношу абсолютно так же. То есть наношу на века кисточкой абы как, дальше тушую обычной кистью с ворсом. Да? У меня здесь два оттенка. Я всегда всем советую девочкам обязательно попробовать 57-83. Он самый светлый, он придает сияние. Давайте мы с вами его нанесем как хайлайтер. Кисточка тут скошенная, продукта выдает много. Как хайлайтер можно наносить? Можно и на века. Я еще в старом дизайне всегда эти тени наносила вот таким образом. Вот сюда прям над зрачком чуть-чуть к ресничкам пальчиком. Если наношу на все веко, то кистью. И вот этот, видите, сияющий такой, открывается сразу глаз, сияющий взгляд. Прям чуть-чуть, тут много не надо. Вот так. Над зрачком, над радужкой.
Вот так. И сразу получается такое у нас с вами сияние. Здесь добавим сейчас еще немножко. Вот так. Их же можно под бровь и тоже пальчиком. Прям чуть-чуть. И над губкой тоже. И пальчиком. Все, сияние. Быстро, просто и легко. Вот эти тени, очень классный тоже оттенок, это розовое золото, если не ошибаюсь, 57-84. Очень красивый оттенок тоже. Мы можем с вами его уже нанести, чтобы показать вам цвет. Вот сюда подальше, к краю, уже вот так немного. Цвета радуга на глазах. Вот он такой уже золотистый, золотистый красивый оттеночек. Ай-яй-яй, кто тут приехал на машине? Такой, видите, золотистый. Все, глазки готовы. И то я крашусь одними тенями сейчас в последнее время, вот этими Люкс Визаж. И все. Это я вам, чтобы показать, потому что запрос на что был непонятно, поэтому, чтобы показать все оттеночки, ну, практически все, которые есть в арсенале, и то, и другое. Стрелку сейчас тоже не делаю. Заметила, что стрелка, даже межресничка плотненькая, тоже придает возраст. Вот не знаю, почему у меня такие сейчас ассоциации. Взгляд свежий и открытый. Вот именно благодаря такому простому макияжу. Тушь Люкс Визаж XXL. Очень много лет пользовалась этой тушью. До Фаберлик лет 5 точно. Она как стоила 5 лет назад 200 рублей, так и стоит сейчас до сих пор. Она нереально крутецкая. Девчонки, покупала на Озон, показывала в покупках Озон. Вот такая силиконовая кисточка. Она делает ваши ресницы просто вау, но естественный вау, она подкручивает очень круто. У меня сами ресницы, они прямые, они вот так растут, они не подкрученные вообще ни грамма. А здесь просто вау, она их фиксирует, как поставишь, это во-первых. А во-вторых, здесь какое-то естественное удлинение, естественный объем, без склеивания. Девчонки тоже много раз спрашивали в последнее время, что за тушь на ресницах. Вот пока это. Еще закажу. А как она ведет себя в течение дня? Она не отпечатывается. Она не осыпается. Тоже как нанесли, так и все. Вот один слой. Они вот идеально подкручены. Вот видите, вот эти вот они ровные. А здесь все. Прям подкручены и все. Очень круто. Можно фиксировать реснички прям. Прям смотрите, вот она на глазах подкручивает. Так немножко придерживаешь, и все. И они у меня уже века касаются ресницы с одного слоя. Вот это вау. Они естественные, они прочесанные такие. То есть все отлично. Я люблю в два слоя. Вот один слой. Нижний в один слой, потому что если нижний в два, то вообще они как верхние будут. Когда она засыхает, она может уже выдавать комочки. Но это произойдет не скоро. Но опять же, все зависит от добросовестности продавца. Надо смотреть, какая придет. Один слой. Круто же? Круто. Сейчас накрашу второй глаз, накрашу второй слой и покажу. Ну вот как-то так. Два слоя. И шикарные реснички. Тушь вообще, девчонки, огонь. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Так, и все. Осталась у нас с вами помада. В красивой коробочке вот такой приходит. Я так поняла, это у них лимитка, а может быть и не лимитка. Он такой симпатичный дизайн, на подарочек классно. Оттенок, девчонки, очень универсальный. А я вам сделаю сейчас свотч при естественном освещении, потому что все-таки у меня на губах татуаж, и вообще цветотип лица и губ влияет на то, как она будет выглядеть по факту. Но... очень классная, вообще просто супер. Оттенок шикарнейший. Мне кажется, она идеально подойдет для синих и зеленых глаз. Вот она настолько будет подчеркивать. Просто. Смотрите, никакого контура, она ничего не требует. Бархатный финиш, просто бархатный матовый финиш. Шикарный, вообще не сушит. Когда ее наносишь, она вот кремовая, она прям... крем. Очень приятный сладковатый запах, похож на кокосовый праймер, на кокосовый скраб праймер Faberlic. Вот такой вот запах, хочется куснуть, попробовать. Очень красивый цвет, девчонки, вот подойдет всем. Это безумно красивый нюд, который не будет выбеливать ни одни губы, но будет придавать вот такой красивый, обалденный оттенок. Ей даже можно подарить себе миллиметр, выступая за контур губ.
То есть она позволяет создать хороший, красивый, четкий контур. Стойкость средняя, потому что все-таки это такой нежный продукт, не сушающий. Вот у меня до нанесения губы были гораздо суше, а сейчас вот такие вот красивые. Помада разработана и произведена в Италии на заводе, где производится косметика люксовых брендов, например, Dior, Chanel, Charlotte Tilbury. Кстати, вот именно с помадой Charlotte Tilbury вот этот оттенок всегда сравнивают, оттенок Pillow Talk у Charlotte Tilbury, да? Но только Ювиньон в 100 раз дешевле, как говорится, да, если нет разницы, зачем платить больше. А в двух дизайнах есть помада без вот этих вот поцелуйчиков и с вот этими поцелуйчиками. То есть по ссылке перейдете, вы увидите там. Еще у Ювиньон, кстати, вышел пилинг миндальный. У них достаточно щадящие такие пилинги, которые еще и ухаживают. Поэтому, если выбираете себе сейчас какой-то легкий пилинг, вот миндальный пилинг, пожалуйста. Ну, а сейчас покажу вам все при естественном освещении. Выйдем на балкон, покажу вам оттеночки. Ну, вообще супер. Вот такой вот легкий макияж. Девочки, свотчи. Вот тут провела один раз первый бледный свотч. Вот это несколько раз. Безумно красивый оттенок. Просто безумно. При естественном освещении. Сейчас вам с разных ракурсов. Камера передает абсолютно верно. Вот сама помадка. Вот так она выглядит. Вот эти милые поцелуйчики. Очень красивая. И макияж при естественном освещении. Я вам показываю, как помада смотрится на губах по теням. Тушь. Вау. Ну и на этом все. Мои хорошие, ссылочки на Ювиньон оставляю под видео. Постараюсь найти ссылку, оставить также на тени и тушь, хотя они были уже в обзоре. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.